Интерес глобально ориентированных работодателей к выпускникам российских вузов повышается. Лучшие практики и перспективные модели взаимодействия вузов с зарубежными работодателями обсудили в стенах Российского университета дружбы народов представители профессиональных объединений и ассоциаций иностранных выпускников. Цель одна – привлечение иностранных студентов и повышение качества их подготовки в соответствии с национальными рынками труда. Количество выпускников на рынке труда достаточно большое. Проблема трудоустройства не только в России, но и также в странах приема очень важна для нас. Поэтому одни из их целей – это обменяться мнениями, чтобы они высказали свое мнение, чтобы послушали наше мнение, обменялись наши коллеги, которые выступали с крупных корпораций, какими компетенциями, знаниями и навыками должен обладать выпускник ведущего вуза. Мы хотим сегодня через эту встречу, встречу выпускников как работодателей, создать условия для того, чтобы за рубежом для наших иностранных студентов создавалась возможность трудоустройства, прохождения практик. Об этом еще ни один университет в таком масштабе, так системно, как наш с вами университет, не говорит. Взаимодействие вузов и работодателей – тема не новая, однако здесь обсуждение проходит не в контексте российского рынка труда и подготовки для него специалистов, а в контексте рынка труда зарубежных стран. За годы своего существования РУДН подготовил более 90 тысяч выпускников, которые теперь сами являются владельцами предприятий, поликлиник, работают в крупных компаниях или занимают ведущие государственные и политические посты. А потому обмен опытом и налаживание тесных связей среди потенциальных работодателей – закономерный итог международной конференции. Мы активно сейчас развиваем именно международную деятельность в нашем университете. У нас много иностранных студентов. И нам, конечно, интересно перенять опыт других университетов, посмотреть, как они работают с ними, как они трудоустраивают также их. Очень такие интересные вопросы были сегодня обсуждены здесь. И намерены в нашей организации укреплять наше сотрудничество с нашим университетом по различным направлениям. В основном мы сегодня собираемся подписать договор о сотрудничестве в области культуры, вот обмен преподавателей и студентов. Зарубежные работодатели являются и источником экспертной оценки для глобальных рейтингов, и одним из потенциальных заказчиков на обучение иностранных студентов в российских вузах. И поддержка государства в этом начинании – лучшее признание. Работа эта очень важна для всей нашей страны, для отстаивания наших интересов за рубежом, для развития отношений с соответствующими странами, с опорой на выпускников советских и российских вузов, людей, которые, конечно же, не являются агентами влияния, но которые понимают их собственные национальные интересы в развитии отношений с Россией, которые имеют здесь партнеров, контакты, которые владеют русским языком и которые понимают, как работать с нашей страной. И такая работа должна стать для России важнейшим стратегическим и национальным проектом, предметом последовательного приложения государственных усилий для распространения своих послов доброй воли по всему миру. Телевидение РУДН. Новости.